Педагогическая конференция проходит в последние дни лета. До начала учебного года остается чуть больше недели. Время обсудить задачи на предстоящий год. В зале представители всех образовательных учреждений города, руководители Брянска и почетные гости. Бюджет города растет, и финансирование отрасли образования у нас тоже растет. Под непосредственным участием нашего губернатора Александра Васильевича Богомаза, при участии руководства города, мы выделяем все больше и больше средств на образование. В этом году 150 миллионов на подготовку школ, на ремонт крыш. Но это только начало. Планы большие, отметил глава города. Строится современная школа на 1225 мест. В следующем году запланировано строительство еще одной школы в 4-м микрорайоне. Впереди пристройки в Володарском и Бежецком районах. Школы города придут практически на 2000 детей больше, чем в предыдущем году. В детские сады придет больше детей на 200. Будет больше первоклассников, уже 5950 практически первоклассник. Вам придется больше выпускать 11-классников на 200 детей. Это говорит о том, что город развивается. На конференции поблагодарили руководителей школ, детских садов, центров внешкольной работы за вклад в развитие системы образования. Им вручили грамоты и благодарственные письма. Директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова вручила 5 учебным заведениям города сертификаты на компьютерные классы. Екатерина Зодина, Александр Жучков. События. Брянск.